Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки. Сегодня хотел бы рассказать по поводу своего выхода на реку Петрицу, район Сосновки. Отловился сегодня где-то часов, наверное, с 8 утра до времени час дня. Вот. Ходил, ловил. Да мормышку. С мотылем, я и без мотылку ставил, также пробовал на поплавок. На поплавок поклевки есть, но аккуратно. Берет аккуратно, тихо. Так что практически подсечь нереально. То есть один раз качнется поплавок и все. Ну вот. Пробовал также на чернобыльник, он же репейник. Не поленился, залез по пояс в снег, наломал веток, притащил, достал этих червячков маленьких, беленьких, кто ловил. Там видео буду выкладывать по поводу этого репейника, по поводу насадки. Вот. Народ сидит, ловит на кормленных местах, то есть на тех местах, которые там уже не первый, не второй, не третий даже день кормят. То есть приходят, закармливают лунки и на них ловят. Причем специфика ловли в том, что основные вот моменты такие активного клева, это у нас как раз таки на часов с полдесятого, с десяти до часу. Я вот сколько даже подходил, спрашивал у местных, те, кто давно ловит. Вот. Средняя глубина места ловли — это где-то метр. Лед толстый, очень толстый. То есть я под бур до самой середины, даже выше середины. Это где-то почти метр, наверное, даже чуть поболее. Под самый винт сверлишь, лед разный, совершенно разный. То есть на середине он нормальный, такой сухой лед, а под берегом, под некоторыми берегами и со стороны плотины, где кладбище, те, кто был на этом водоеме, должны знать, где это. Там он слоями, я вот на данный момент, где я сейчас нахожусь, то же самое слоями он находится. То есть сантиметров 10-15 он идет мокрый лед, потом прослойка воды сантиметров 5-10. И уже ниже пошел, то же самое, сантиметров 40-50 уже сухой лед. И уже такой тяжелый, очень тяжело сверлить такой. Те, кто сверлил, знает. Мокрый лед самый такой, блин, неприятный. Все, что только можно быть. На данный момент отпиваюсь чаем, собираюсь домой. Поймал одну маленькую плотвичку. Вот. Поймал на безмотылку. Мормышку у меня там один мужичок посоветовал. Зашел. Такая. Одна. Кошки взял. Мужичок посоветовал одну мормышку. Вот. Ловил на нее. Пробовал, наверное, на предпоследней лунке. Такие 2-3 нижних касания. Подсек мимо. И так вот раз, знаешь, с четвертого я ее все-таки поймал. Народ сидит, ну, я не знаю, ловит. Там на мелководье сидят, ловят. Вот. С утра пришел, вообще никого не было. И, наверное, где-то часов с полдевятого, ближе к девяти, начали подбираться уже. Начали ловить. Вот. Народ много, но я здесь в заливе нахожусь. Там со стороны плотины, там очень много народу сидит. Там с палатками, если с начала зимы сидел один человек с палаткой, то есть сейчас на данный момент там сидят человек 4 в палатках, ловят. Крупного ничего нет, жерлицы никто не ставит. В принципе, все. Те, кому было интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хвоста не чешуи. Увидимся на моем канале. До новых встреч.